Дело в том, что это никто, в общем-то, не делает. Это разные жанры. А меня лично интересует именно связь разных жанров. И рисовать стихи в чистом виде уже был опыт. Там Алёша Прокопьев в Берлине, потом здесь с Леденякиным и с ним мы делали ваги. Без музыки вообще совсем еще более трудно было, но это получается. То есть я, например, не знаю содержания и улавливая по ходу, что там есть, я реагирую на эмоциональное состояние автора и на ритм, и на то, что исходит от стиха. Но я делаю, моя цель не иллюстрировать то, что поэзию, я делаю свою каллиграфию, которая параллельно соотносится с этим. То есть я фокусов не делаю никаких, тут нету прямого попадания, нету цели иллюстрировать. Есть цель сочетания двух жанров. Трех жанров уже, потому что музыка тоже. Вот. Начнем. Все меняется, все течет. В магазине переучет, продаются арбузы в ларьке. Люди идут по улице, будто бы по реке плывут. Утопая вдали, маленькие кораблики, крупные корабли. Все проходят, и я прохожу, и никто никому не мешает. Вот домик, в котором старушка, который год умирает. Утром, собрав в школу внука, у окна садится и ждет. Смотрит, как все проходят. Она тоже скоро пройдет. Нам ходить по грибы, по гроба, нам кроить гробы на дрова, на щепу, чтобы в прах и пух, чтобы уже не полмысли вслух, нам искать медики в зале, нам живыми лежать в земле, слышать, как травы детвора на своем говорит языке. В полустрахе и полусне, залезая на свой шесток, слышать, где-то невдалеке, удивленный поет сверчок. Вот уходит электричка, окна, желтый лист осенний, что срывает ветер света, носит в поле, носит где-то шум дождя и шорох ветра, будто вздохи великанов, будто жалобы о жизни, будто плач. Стоять без дела, можно так стоять без дела, в темноте густой осенней, так стоять совсем без дела, так бессмысленно стоять. Дальше, дальше, вглубь коридоров заброшенного завода, по пути истребляя толпы брыжущих кислотой огнеупорных монстров, чтобы расширить наш арсенал и подняться на уровень выше, где добыть перевязочных средств и немного добра перед очередной передышкой. Дальше, дальше, по заросшей дороге к ручью, вниз по реке в лодке, где у самой воды костер, красный вьет рога, коптящие ветви ивы, собирает вокруг людей, кто-то один перебирает струны гитары, а потом говорит, что важно, что середины реки не слышно. Дальше, дальше, напрямик, через железнодорожную насыпь, мимо оставленных ферм и полей с цветущим люпином, к самому новому из всех местных строений, дверь, обитую шифером, потянув за щеколду, выпустив стадо мух и сладкий запах выстоявшегося тлена. Сообразить, как во сне, что мы совсем опоздали. Про то, как жил, узнаете из книг, как испарилась молодость, как зол был на отца, к чему потом привык,
за годы странствий. И куда пришел? Влюбленный шум, стервец, хулиганьер. Любой ценой, но двигаться вперед. Ждал весточки, той самой, от нее. Той самой, что не верила ни взгод. И внутреннее зрение само меняло цвет. И звук, и времена он видел, замерев в конце строки, что в комнате, закрытой на замки, она, вздохнув, садится у окна, чтобы писать заветное письмо. Приведет на ночлег бравый бог огнестрельный, дневной Амур, ляг и глаза закроет. Разница температуры не для тебя все еще человек. Скоро станешь травой. Те, что летят где-то, пока не здесь, эти секунды будущего хранят ссылку на внешний вид, как он выйдет здесь. Точное знание, полный видеоряд, как он будет убит. Там на холме встретится наконец. Сборки времен смыкая здесь и сейчас, не потревожив осок, но приняв чебрец, к холоду привыкая, как в первый раз. Долго. Там что-то есть. Такое там, чего не знать нельзя. Меж небом и землей зеркальный шум. И в щель между миров хотят пролезть смешные тьмы, вельмож и бедняков. Спешат, скользя. В музейной тишине под скрип штыблетки. Мы здесь на миг, а после всем адью. Но собрались и движемся на свет. Да, собрались и движемся на свет, который на краю. Смотри, там смех, он бодр, там ветер, он брат. Там смерть несется к смерти, и видна голландская зима, пустых забав из ветхого окна. Все для тебя, мой муравьиный век. Чужих границ, упорные рабы, пространство зная, рамы наперед, мы движемся на свет, который тот. Стучит конек по льду и пыль кружит, смотреть в бинокль судьбы на горизонт, где сотни мелких тел стремит свой бег, трещит замерзший дом. И трудно объяснить, в чем здесь прикол. Лишь абыркам. Названием Бетел. Так его несло по широкому небу, что кувыркались птицы, тучи меняли форму, то закрывая, то открывая следующие слои, более светлые, более медленные. Так он дул, что не вантроп, другой, предок его, как видно, выходя в залив, боком словил в одну, нагренилась мачта. Не помог гафельский шкурный низкий цен. Зачерпнули малость. Сад шумел, хлопали ставни, покатился горшок. Так хотелось ветру выгнать, вымести облако с низко стоящего солнца, что когда случилось, затихло. И вечерний свет разбудил старух, вяжущих на пороге. Пересчитал ветви вечного их чулка, скользнул в море, свернул в перстни, сделал видимый пыль в проемах дверей, до алтаря дотянулся длинным лучом сквозь витраж, со сцены бегства в Египет вызвал улыбку девушки, алый очень. Левенгук навострил глаз, радуется вернее, краски выявил, поменял декорации, сдвинул картину мира, не
шелохнув ни травы, ни волоса, без движения, без малейших усилий, со своей стороны. Юлия Скородумова. Смажешь зеленкой ссадины на колено, Боже, опять прокатил.
крокодиловой зенки. Любишь цыбочи, чьи-то зеленые, вон они с другом ушанки, тряся хлорофильными клетками, голубеют вдали вагонетками. Там, на дне голубиного Нила, где истекающий зноем рот вечно в зените, крокодилы тоже бывают хорошими. Они не питаются ни солнышками, ни калошами, скорее наоборот. Там, в вечно зеленом детстве непоженном, пришлые южные человеки чебурашку пустили на чебуреки, а Гена загнулся от гнева, бросаясь в лицо прохожим перчатками из собственной кожи. И на утро зеленого змея, когда взбухшие почки пронзают солнечный луч наподобие ножа, росы омоют крокодиловыми слезами шрамы растительной жизни и заживает душа. Спасибо. Андрей Чемоданов. Я надену пурпурное платье, ты накинешь пунцовый пиджак. Все мы люди, но те еще бляди. Шаг за шагом, еще один шаг, и начнется, случится, коснется, шевельнется, встряхнется, спорхнет. Люди скажут, смотрите на солнце, посмотрите на этот восход. Я несчастный, ни в чем не участвую и не вижу. На свете низги паутину клейкую частую затянула седые мозги. Ну а как же, ребята, иначе? Неудача вообще ни хера. Я как будто бы что-нибудь значит в паутине жужжит мушкара. Дрожит мушкара. Вы приставили к мышке наружку, даже взяли на мушку ее. Я беру эту мышку на ручки, трепеща и шепча, ой-ой-ой. Вы не думайте даже прицелиться, отложите подальше ружье. Попадете в мышиное тельце, но вы протелите сердце мое. Не заявляет непреклонно седобородый страшный дед, давай поймаем лепрекона, хотя бы посыпь на обед. Одет в зеленую сорочку с хрустальной кружечкой в руке, кипает золото в горшочке над очагом и на крюке. Не самый крупный экземплярчик, навалист, хоть и не казист, зато огонь бывает жарче, похуже на брови. Давай поймаем лепрекона, хотя бы только одного. Его съедим не до прикола, а для толка от него. Я уеду, а шраны останутся. Я дурак. Ну а кто не дурак? Все закончится странными танцами на вокзальных немытых дворах. Ничего больше не устаканится после 3-4 сигарет. Если я и запомнюсь, то анусу, да и то лишь на несколько лет. Ничего, никому не достанется, ниоткуда возник проводник. Извините, конечная станция, выходите, последний тупик. Последний. Я пишу попсу для малолеток, только им не нравится она. Я, простите, не курхолетов, чисто извините пацана. Просто извините, полудурка, непонятно ничего в подсмах. Жизнь моя, простая процедурка, ух и эх, а также ох и ах. Вы меня помянете, не стройте, я комар таежный, звонкий гнус. Я уехал. На веселой тройке, на Таганке.
на тачанке бешеной вернусь. Все. Мое «я» должно обладать какими-то свойствами. Но каким? Не совсем ночь, не совсем мысль, не совсем чувство. После кошмаров войны нельзя писать тексты. Не знаем, будем делать, писать. Но мы не, что такое будем, но мы не. Что такое делать? Забывать это как писать. Даль поставлена на ребро. Я и ты вместе, это не мы. Я и ты не означает слово «мы». Ясно, что ничего нельзя. И горизонт невозможен. Глотать сине-зеленый воздух. И все это манипуляция над сознанием. Чьи манипуляции? Свои манипуляции. Каждый бог – это средоточие абсурда. В пафосном разговоре нет жизни. В шепоте она то ли не началась, то ли закончилась. Потому что любое высказывание – это ложь и не ложь. А манипулятивная правда в сто раз хуже любой не лжи. Самого себя посылаю нахуй. Катарсис. Это задача? Как вписать бесформенную деревяшку в российскую действительность? Вертикальной чертой делим бесформенность и действительность пополам. Четыре половины преобразуем в три. Переставляем их местами. Сращиваем в виде лестницы. И забываем, зачем мы это сделали, но мы с самого начала не знали, зачем. Теперь начинаем сравнивать наше незнание с тем, что мы уже забыли. Перед Лубзылзом наконец предстает образованный слушатель, тонко чувствующий шутовские оттенки бубенцов, терзание фанфар, музыкальные выдумки новоришей. Ах, Лобзлинз, но окажись хоть ты человеком, а не отражением. Продолжаем вертикальную черту вглубь сознания. Забываем мучить угрызениями самих себя. Чьи это слезы? Черта не может дальше пройти. Каждый из нас не подарок для своего Господа, Бога. Взлом и композиция. Друг, отвечает доктор Лыбгрбр, пока что они не укладываются у меня в голове. Там должны быть другие буквы. Это не Лейбниц, не фотография. Вспоминается старая переписка. Надушенная почтовая бумага, виньетки, модерн. Взлом ли, композиция ли? Насекомое обсасывает леденец. Шкала исчезновения смысла 3. Насекомое, отрицая свои чувства, качает головой. Доктор Лыбгрбр соглашается. Ну, естественно, но не логика же и не фитюлька. Он сидит на вершине шкафа, резные дверцы, уточки охотничьими трофеями, внутри плечики, страх и что-то еще не нащупать рукой. Там должны были быть буквы. Глядя в случайно включившийся телевизор, он думает, все потому, что наши крестьяне любят тупую силу и верят царю на уровне подсознания. Забыл где-то будильник. Что? Как? Капля нерва растеклась по губам или лопнувшая пружинка. Почти слова, звуковые сгустки воздуха не могут остановиться, возникают, забегаются в сознание, но едва наметившись черными штрихами исчезают, потому что они есть. В
Вот так прошли восход лампы и закат лампы. Вот так пошло два гвоздя и потолок. Но ничего не изменилось. То есть изменилось все. Чтобы я не мог избавиться от безумия чувств, от предметов разума и от сигналов «забудь», которые я положил под подушку. Этот кусок времени движется. Званы не понимают себя, но они умеют проникать, как вишенка. Косточки выплевываем, и цепочка ассоциаций с раздавленным соком становится сладкой наливкой. Но только в воображении. Знаны не понимают себя. Смысл существования еще только предстоит разгадать. Просто поешь песенку. Понимание бреда. Касание бреда. Ты девушка бреда. Зеленая до изнеможения. Дорогая моя. Хорошая, ненужная. Ты была не трава, ты была не дрова. Ты моя железнодорожная станция, чтобы использовать в случае сна. И как время идет босиком, как косяк идет косяком, я твое дерево нечесанное, единственное. Ну, давайте последнее. И не сориентироваться. Видишь жизнь или воздушный аквариум с человеческими страстями? А коли кем-то увидены и поверены, сами виноваты. Даже когда людей нет, воображение живо, дышит, наблюдает, ходит под зонтиком. Вернешься через 3 дня, распахнешь дверь садового домика, и с тобой смешается аромат, который придумали забытая на столе веточка полыни. Ее тогда нервными пальцами мяла Анна и лежащие под одеялом помидоры. Потом недописанный листок бумаги. Какой-то бог есть, какого-то нет. А наш любимый массовик-затейник, заблудившийся на горе. Напомнить. Спасибо. Рыба, умирая, но кажется, что спасибо не в смысле просьбы, а наоборот.
Бог берет его в руки, подкидывает вверх, чешуя поблескивая, осыпается на песчаный берег, медленно кружится над причалом, чтобы было похоже на сон. Да, морпех бродит по морю, когда не спится, поднимает рыбу, превращает в птицу. В оба жаберных сердца, качая утренний, сырокопченый осенний воздух, несется октябрь, восьминога, чернильный такой, или к пиву, заканчивается, застыв на пуанте, качаешь то тополь, подсолнечной бездной, над водной гладью, и неуловимо, дыхание и пульсе, во всей худобе своего красноречия, лопатки и плечи там, снимает с себя ожерелье и шали, роняет и плачет. Перестану узнавать, кто зашел в мою палату. Лица станут, как заплаты, и когда влетит пернатый, ангел с клювом виноватым ляжет рядом на кровать, грустный маленький горбатый, я возьму его с кровати, колыбельно напевая, чтобы ртом своим кровавым навсегда поцеловать. И когда окно погаснет и остынет, отпусти и не ругай нас, и прости нас. Видишь, крыльями свистим над проводами, проводи нас, отпусти нас, не ругай нас, над дорогой, над рощей, над речкой, облаками освещенными сквозь пальцы, не владея больше мимикой и речью, машем крыльями тебе, смеемся, плачем. Немота — это дар, все равно я с тобой говорю, то рассветом, то сном, то другими простыми вещами, прикасаюсь травой, фонарями тебя освещаю. Это я, подойди хоть к какому теперь фонарю. Раньше было сложнее, а теперь обернись и смотри. Это птица, этот осколок и тот переулок, все фигурки майоля, под небом любого июля, все, что ты говорил. Вот так задерживают лето, руками ветер упершись, оно смеется и стареет. Вот так и жизнь, нельзя печалиться. Преступно не полететь от на мосту летящей музыки, растущей сквозь гул и стук. Шагаешь в бездну и внезапно идешь по воздуху легко, преобразившееся завтра в трико. Спасибо. Света Литва. Панама, девка легла.
славят Д'Антоном. Мы ведь тоже себе на уме. Золотится стрела Купидона. Ну тогда, блядь, мы в полном дерьме. Пусть во Франции чтят Робеспьера. Мы ведь тоже себе на уме. Ритмы знойные Кванта Ромейро. Ну тогда, блядь, мы в полном дерьме. В Эрмитаже полотна Рембрандта. Мы ведь тоже себе на уме. Сорос выделил деньги на гранты. Ну тогда, блядь, мы в полном дерьме. Шел в Москву из села Ломоносов. Мы ведь тоже себе на уме. Фридрих Энгельс, великий философ. Ну тогда, блядь, мы в полном дерьме. Любит Францию Юрий Мамлеев. Мы ведь тоже себе на уме. В жаркой Африке негры балдеют. Ну тогда, блядь, мы в полном дерьме. Ну тогда, блядь, мы в полном дерьме. Воспарим, что ли? Воспарим. Воспарим, что ли? Воспарим. Шкальк, что ли, выпьем, что ли? Аллергин, что ли, спорим? Список выступающих. Добрый вечер, душечка, Ольга Ермолаева. Добрый вечер, золотце, Ксения Чарыева. Добрый вечер, Милочка, Вероника Долина. Добрый вечер, Зайенька, Жанна Агузарова. Здравствуйте, голубушка, Анна Пивоварова. Здравствуйте, сударыня, Резида Кучкарова. Здравствуйте, любезная, Изабелла Юрьева. Здравствуйте, красавица, Юля Скородумова. Проходите, матушка, Зинаида Гиппиус. Проходите, умница, Софья Ковалевская. Проходите, солнышко, Соня Мармеладова. Проходите, деточка, неточка Незванова. Наше вам почтение, Маргарита Пармская. Рады вас приветствовать, Каролина Павлова. Гутен Абенд, барыня, теорема Гёделя. Мать честная, улица Маши Порываевой. До свидания, миленький Иннокентий Анинский. До свидания, родненький Николай Караченцев. До свидания, ласточка, Алексей Кияница. До свидания, батюшка, Александр Ведерников. Михаил Барышников, Михаил Синельников. Честь имею кланяться, Бенедикт XII. Честь имею кланяться, Бенедикт XIII. Честь имею кланяться, Бенедикт XV. Честь имею кланяться, Бенедикт XVI. Доброго здоровья, Квитка Основьяненко. Ваше благородие, Киса Воробьянина. Прощевай, почтеннейший Авраам Палицын. Будь здоров, любезнейший академик Сахаров. Добрый час, детинушка, Родион Раскольников. В добрый путь, соколики, братья Карамазовы. Скоро ли увидимся, пистолет Макаров? Лихом непомянутый автомат Калашников. Дорогие граждане, двери закрываются. Следующая станция – Авиамоторная. Лучший ход выигрывает заведомо рискованный, здорово раскованный статусный роман, милый и ловкий, создатели которого мудро называют примерно так – «Северная дама» и «Лосось на корнице», «Церковные нервы» и «Съезд гитары». Первым движением, приводящим в замешательство, неким что ли таинством, некой ли игрой, следующим правилам ценителей прекрасного будет уничтожен его герой, а его родители и работодатели сгинут в катастрофе мировой.
Многие читатели не дерзнут приблизиться даже к пониманию знаковых систем, тонко в книге высмеянной дилетантской критики вторят глухим сопротивлением всякому безумию, чей сценарий вымышлен. Должен быть положен разумный предел. Что же касается настоящего времени, которого долго не выдержит никто, медвежьей лапой партии, поддерживаемой армией, промежуточное состояние будет прекращено. Не дремлет наркомафия, не дремлет кинематография. В стране Шахерезады это все равно. Старинные поношенные вещи, смычковый музыкальный инструмент и кожаный футняр виолончищи согласовали камерный кончерщ. На кисточкой покрашенную скатерть легли пяток яиц, копченый лещ, и встал стакан воды нарисовать не мог знакомый нам живописещ. Приятель собирал мероприятель, гостей поили золотом кинжи, кровати, шкафель, тумбочка держали на кругленьких тарелочках инжир, отшельники пещерей и ущелищ, любительники игрищ рифмачес явились на искусственный узрелищ симфонии сокровищниц смотреть. Все, спасибо. Я должен предупредить вас, остановить, что мои стихи построены немножко на других принципах, чем предыдущие. Там главное, во-первых, звук, во-вторых, символы в смысле Юнга, не в смысле старинного символизма. Кроме того, там отсутствует полностью нарратив, просто запрещен. Кроме того, там обычно отсутствуют мысли, потому что среди поэтов нету мыслителей. Я знаю только двух. Один назывался Владимир Соловьев, такой философ. Стихи, правда, не очень плохие, но он гениальный пародист. Вот. И еще Дхарма Кирти, вы его не знаете, это буддийский философ, писал стихи. Больше мыслей нету. Есть замечательные трансляторы чужих мыслей. Вот, там Чучев, там, ну и так далее, замечательные. Мартынс и прочие так называемые философские поэты. Вот. Поэтому, у меня пропали. Список моих стихов, я должен прочесть. Ладно, сейчас начну. Западня заводной мелодрамы и в прогибе дурных скоростей только бритвенный ангел Шаламов знает гиблую цену людей. Обернись на бегу, пропадая, полузверь оголенной души. Темнотела. Теплота золотая переплечет осевшую жизнь и, сжимая хрипящие пальцы в ту тупую отвесную тьму, натянуться, вдохнуть и взорваться из судьбы меловую трубу, а в стране победившего гноя тихо чавкает красная топь, и в норе, нарядившись с собою, я седлаю свое помело. Значит, такое министры и хронисты, историческая басня на злобу дня. Вез вахмистр хитрый рост, воз канистр тусклый пестр, а министр шустрый востр, вдруг вахмистр встрел у роста. «Стой, вахмистр, отдай канистру!» — говорит министр вахмистру. «Я канистры по кадастру сдал приезды государства». «Шиш, министр, шибко быстро!» — захрипел, засыпел в ответ вахмистр. «Брать бери, да без ухарства, их нельзя сдать государству. Стык канистры не лежат и списанию подлежат. То всегда мешает росту, что бывает не по росту». Еще одна маленькая зал.
Са-са-са-су-са. И чен-чу, ашу, и па. Лимай-май-лимай. Са-бра-я. Са-бан-хай. Битан-хай. И хай-хар-хала. Ай-мам. Фи-цан-цо. А-фан-ха. Фа-ха. Ба-у-па-сим-шра. Нара-ра-хай-права. Ла-сем-ич-ман-шта. Ор-он-тра-эх-ра. Мед-ба-на-ва. Попробуем вспомнить еще одно сравнение. Сметает и точка иглы в морозном сосуде без тени расчерчивает и скрипит конический глаз Диогена. Философ оттягивает сон, конический гон македонца. Узорчатый каменный конь ночует во враге колодца. Легкая горная тьма бежит на кольце горизонта. Распялит долину зима снегами подземного солнца. Играй, умирай, становись в зиме закаленная влага, а кляксу по имени жизни впитала сухая бумага. Спасибо.